Это не педсовет, хотя в актовом зале администрации собрались учителя, директора школы, заведующие детских садов. Разговор на этот раз идет о здоровье. Акция молодежного движения «Онкодозор» приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября. Серьезную тему студенты медицинского колледжа преподносят в шуточной форме. Подготовили для педагогов сценки, песни, частушки. Наша задача в игровой форме рассказать о профилактике онкозаболеваний. Сейчас на данный момент очень возросло это заболевание, поэтому мы хотим людям рассказать, чтобы чаще проходили медосмотры, профилактические осмотры и диспансерные наблюдения. Ты солярий, не спеши, с алкоголем не греши, лучше всех на свете профилактика. Ты солярий, не спеши, с алкоголем не греши, лучше всех на свете профилактика. Нет солярию, алкоголю, курению и фастфуду. Пищу предпочтительно варить или готовить на пару. Антираковые продукты – капуста, грецкие орехи, лук, чеснок, помидоры. И такие несложные рекомендации действительно могут улучшить качество жизни и укрепить здоровье. Заболеваемость онкологией растет каждый год примерно на 1%. Мужчины чаще всего страдают от рака предстательной железы. Женский недуг – опухоль груди. В Ивановской области ежегодно выявляют около 600 новых случаев онкологии молочной железы. 150 пациенток обращаются к врачам слишком поздно, и им уже ничем нельзя помочь. Неделя профилактики завершится днем открытых дверей в онкологическом диспансере. Завершится эта неделя тем, что в субботу у нас в онкодиспансере будет проходить день открытых дверей. И во время этого дня открытых дверей мы планируем принимать женщин. Но хочу обратить внимание, женщин с направлениями, выданными к нам. Да, и, в общем-то, будем проводить все необходимое обследование. Направление это можно получить по месту жительства. Порядок получения направления будет иметь место несколько более упрощенный, чем обычный, в обычных случаях. Но, тем не менее, мы ждем у себя народ. Принять в этот день планируют около 200 пациенток. Медики напоминают, что раз в год и женщины, и мужчины должны посещать смотровые кабинеты в своих поликлиниках. Это самый первый этап, где можно заподозрить неладное и начать своевременное лечение. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.